Создание и развитие группы в Фейсбуке для аренды жилья в Таллине стало для меня, как для профессионального маклера, настоящим спасением в непростой сезон сдачи. В этом видео я поделюсь личным опытом, как эта инициатива открыла новые возможности для привлечения клиентов и увеличения дохода даже тогда, когда рынок жилья испытывал затишье. Присоединяйтесь ко мне, чтобы узнать ценные уроки и практические советы, которые помогут вам оставаться на плаву в любой рыночной ситуации. Мой опыт создания и развития специализированной группы в Фейсбуке для аренды жилья в Таллине действительно впечатляет и служит примером успешного использования социальных сетей и технологий искусственного интеллекта в бизнесе. Мои ежедневные усилия по привлечению собственников и арендаторов, созданию постов и статей, а также использованию объявлений из других групп по той же теме позволили мне за 4 года накопить значительную аудиторию. Важно отметить, что использование искусственного интеллекта в 2023 году значительно упростило мою задачу и сократило время, затраченное на работу в группе. Генерация новостей и текстов, а также создание викторин и опросов – все это стало возможно благодаря искусственному интеллекту, что является отличным примером его эффективного использования. Далее, в 2024 году, несмотря на небольшой спад в сфере аренды и продажи недвижимости в Эстонии, я успешно сдавал свои объекты в аренду через свою группу, которая называется «Сдать квартиру в Таллине». Тут же я достигнул высокой конверсии до 30% от общего числа сдаваемых мной квартир. Это впечатляюще, особенно учитывая, что похожие объявления на городских порталах давали мне конверсию не более 5%. Также стоит отметить, что Facebook предоставляет возможность администраторам группы, в данном случае мне, выделять свои объявления и размещать их в верхней части группы, что привлекает внимание пользователей в 2 или даже в 3 раза больше. С уверенностью могу сказать, что мой опыт является отличной иллюстрацией того, как можно использовать социальные сети и искусственный интеллект для успешного продвижения бизнеса в сфере недвижимости. Поэтому я решил поделиться с вами одним из моих кейсов и важным опытом. В заключение хочу сказать, что использование группы в социальной сети Facebook в сочетании с возможностями искусственного интеллекта открывают новые перспективы для продвижения бизнеса в области недвижимости. Интеграция AI позволяет автоматизировать рутинные задачи, углублять анализ данных о потенциальных клиентах и повышать целевую направленность маркетинговых кампаний. Создание активного сообщества в Facebook способствует укреплению связей с клиентами, повышению узнаваемости бренда и построению доверительных отношений. Мой опыт 100% показал, что такой подход значительно ускоряет процесс привлечения новых клиентов и помогает поддерживать интерес к предложениям на рынке недвижимости.